В минувшую пятницу состоялась 9-я сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В ее работе приняли участие глава района Заур Хамирзов, его заместители, руководители управления администрации. Депутаты района в этот день рассмотрели два основных вопроса повестки дня. По первому вопросу с докладом об исполнении бюджета муниципального образования Кашхабльский район за первый квартал текущего года на сессии выступил начальник управления финансов районной администрации Аслан Дагужиев. Настоящим проектом предлагается первое – утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабльский район за первый квартал 2023 года по доходам в сумме 178 711 326 рублей 7 копеек, по расходам в сумме 184 445 857 рублей 13 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 5 734 531 рубль 6 копеек. Второе. Принять к сведению информацию о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Кашхабльский район за первый квартал 2023 года. Ну и как видно из прилагаемого приложения и отчета, средства резервного фонда в первом квартале не расходовались. Что касается исполнения бюджета. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за первый квартал сложилось следующим образом. Консолидированный бюджет района при годовом плане 249 миллионов 499,1 тысячи рублей. Исполнение составило 42 миллиона 343,7 тысячи рублей. Это около 17% от годового плана. В том числе районный бюджет. Годовой план 168 миллионов 430 тысяч рублей. Исполнение на 1 апреля 26 миллионов 147,9 тысяч рублей. Это 15,5% в годовом плане. Бюджеты поселений. Общая сумма годового плана 81 миллион 69,1 тысячи рублей. Исполнение составило 16 миллионов 175,8 тысячи рублей. 20% к годовым плановым назначениям. В сравнении с прошлым годом складывается такая картина. Фактическое поступление доходов за первый квартал 2022 года составляло 45 миллионов 351,8 тысячи рублей. В том числе район 29 миллионов 99,7 тысячи, поселение 16 миллионов 252,1 тысячи рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления составили консолидированный бюджет района 93,3%, да, 3 миллиона 28,1 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. В том числе районный уровень 89,9%, на 2 миллиона 951,8 тысячи рублей меньше. И бюджеты поселений 99,5%, на 76,3 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году. Ну, тенденция такая была с начала года и по апрель месяц включительно. Могу сказать, как бы забегая вперед, что сейчас ситуация выровнялась. Поступления по итогам 5 месяцев выше прошлогодних по консолидированному бюджету до 7,2 миллиона рублей. О даче согласия на передачу в муниципальную собственность муниципального образования Кашхабльское сельское поселение автомобильных дорог общего пользования участникам сессии доложил начальник отдела имущественных отношений Азамат Хупов. Сессия прошла плодотворно, по всем вопросам депутаты приняли соответствующие решения.